Наверное, Мирча Луческу подумают о замене. Но кого? Кого менять? Спартак чаще всего забивает 60-е. По 75-ю минуту 4 гола забил. Кстати говоря, сегодня пару раз угадывал статистика наша, да? Конечно. Жулиано с мячом. По штрафную. Это Бицель. Удар. И мяч в воротах. Голевой пас мудрого футбольного специалиста из Бразилии. Жулиано. Ну и Бицель молодец. Ну, Жулиано маэстро. Да. Какой он выдал пасик, а? Как он выглядел, высмотрел между игроками. Там-то дальше, может быть, Вицелю еще чуть-чуть повезло, потому что он бил не первым касанием, а вторым. И Ребров, по-моему, до мяча до этого добрался. Да, Ребров, да, мог спасти Ребров. Жулиано, конечно, посмотрим. В этом голе главное это передача. Да. Смотрим. И вот Вицель делает ускорение, бегает в штрафную, получает мяч. Да, Вицель. Помните, в первом тайме он не забил, тоже прорвался. Вот сейчас забил. 3-2. Но Спартак, конечно же, памятует о том, что он уже два мяча забил. И что чем больше у него будет атак, тем больше будет возможностей. Итак, 3-2. Зенит впереди, 62-я минута. Жулиано, голевых передач.